Электрошокер ОСА, модель 8818RD. Поставляется в оригинальной картонной коробке. Внутри вы обнаружите шнур-зарядник. Такой вот чехол нейлоновый. Предполагается, видимо, что вы носить будете изделие на поясе. Заряжается очень просто. Вставляете шнур в заднюю часть. И часа на 2-3 в обыкновенную розетку. Долго гонять не стоит. Китайские аккумуляторы все-таки китайские аккумуляторы. Кстати, он здесь несъемный, никель-металл, гидридный на 350 мАч с напряжением 4,8 вольта. Органы управления предельно просты. Для того, чтобы изделие активировать, переводим задний переключатель в положение ON, то есть включен, и манипулируем боковым переключателем, который переключается между шокером и фонариком, и красной кнопкой. Сурово выглядят контакты самого шокера, предполагают, что они пробивают одежды до 30 мм. Разумеется, если это какой-нибудь свитер, либо толстовка, резиновый костюм или кожаную куртку, думаю, не пробьет. Сам лично испытывал, действительно, свитер и джинсы пробивает на ура. С ног изделия, конечно, не валит, мощность у него 11 тысяч вольт, но будет очень больно. Желательно применять его в область лица и шеи. Если предполагается защита от собак, хватит и звука, щелкает он противно, громко. Собаки обычно пугаются. Габариты изделия 195, 48 на 33 мм, масса 210 грамма. Работать изделие способно в диапазоне от минус 25 до 55 градусов по Цельсию. В качестве основного материала корпуса используется ABS-пластик.